Всем привет! Сегодня у нас контроль по любому серии B46 в Minecraft. Вот сейчас я облачу. Так, конечно, окошки слишком большие будут, но просто если маленькие, то они будут слишком. Вот такой подъезд. Дом я построил 4 подъезда. Да, вся эта сторона не сильно похожа. Из-за того, что я сделал все балконы остеклённые. И тут, да, вот эти вот дырочки, делал так вот так вот. А не потому, что потолок треугольника. Поэтому вообще выглядит частичка, из-за того, что дырочки очень маленькие, и если я вообще уберу окна, или я не сыплю, будет вообще не похоже. Потому что дырки будут вообще одинаковые. Вот, короче, так у меня получилось. Вот, ну, пошли внутрь. Вот, такой вот подъезд. Вот такой подъезд. Вот такой подъезд огромный. Два лифта пассажирских. И вот там вот вместе с лестницей. Я предлагаю здесь нам построиться лифтом. И подняться на... Так, блин. На 11. Тут у нас окно. Тут вроде бы должен быть. Да, вот тут должен быть мусоропровод. Но здесь сейчас не идет, нужно выбить никакого. Да и типа востока и вот тут. Там заходим в парсы. Двушку получается. Это двушку и однушки. Ну, если что, то у кого-то 2, а те симметричные. Сейчас показать. Дальше тут у нас кухня. Тут туалет с вами. На собачьей. Тут еще одна комната. И тут балкон. Тут, кстати, единственный получается балкон. Ну, за комнату уже, наверное, не знаю, я не буду подсчитывать. Так, это однушка. В однушке тут обычно стоят шкафы. Это я так оставил. Тут кровать. Так, и тут большой балкон получается на 6 блоков. Вот такого там больше. И вот получается. Прислан смещен. Тут у нас кухня, на кухне тоже балкон. Получается внушка, когда два балкона. Шибла внушка, когда один балкон. На первом это вообще балкон. И на втором. Вон. Вот такие квартиры. Дальше. Вон лестница. 12 этаж. Тут уже ничего нету. Ну-ка еще я стою сюда и вот тут. Вот получается, то, что я балкон делаю. И две тропки балкон делаю, и вот тут такой кабачок. Выход на крышу, и на крышу я ведь что-то не знаю. Макс. Какой загадок. Едем, чё. Ой, второй лифт тоже работает. Ну, вот такая вот P46 у меня получилась. А, кстати, не спасибо за просмотр. Ну ладно, спасибо за просмотр. Давайте я покажу квартиры на первом этаже, и давайте будем другой подъезд.
Так, тут вот то, что тут уже подъезд. Пойдем проверим второй этап, покажу на втором этаже. Тоже ничего нету. Вот закроем квартиру и как-то видно. У нас тут балконов нет, вот эти балконы. Сверху. И вот тоже. Так, получается. Там видно, что она. А тут у нас переворотка, и там балкона нет, потому что там порядок. Ну, балконы все, знаете, шахты там порядки.